игрушки какие-то. Что это? Откидной трон и какое-то устройство рядом. Интересно, зачем оно? Как интересно, для чего это? Простите, директор. Тед теряет терпение. Есть ирония в том, что, возможно, что за эти два года я добился больше, чем вся индустрия за прошлые 20. Но оценить это, увы, некому. Тед точно не оценит. Сомневаюсь, что ему вообще знакомо чувство благодарности Сомпта. Мы не знаем. Визор не дает никаких данных. Кто скажет, что она не делает? Она тоже в неведении. Да я, погоди, сейчас тут пособираю тут информацию. Тут же видишь как. Кроме прохода еще и голосовые всякие приколюхи. Так. Я не думал, что Тед в самом деле пойдет на такое. Я считал, что он затеял все это только для того, чтобы шантажировать меня, держать под контролем, напомнить, что он сделает с Канье, если в его терпении что-то пойдет не так. И меня это действительно мотивировало. Что это говорит обо мне? О нас всех. Нас осталось так мало, и мы все еще скрываем друг от друга свои тайны, кошмарные тайны. Сомта. А, это отец. Отец, отец девушки. Сейчас, дядька, подожди, сейчас я приду к нему. Сейчас тут соберу баблосики. Тоже важная вещь. Просканируй устройство. Блин, по щам бы тебе отдать. Да ладно. Ух ты, они уже тут. Смотри, как они профессионально все тут это. О. Прошу, просканируй его. Сейчас. Ты сделал для него? Ты встроил выключатели в голову всех нас? Охренеть. Кани, не осуждай меня. У меня не было выбора. Если бы я отказался, что бы он сделал с нами? Что бы он сделал с тобой? Малышка моя, ведь я же пытался спасти тебя. Зачем, папа? Правда, зачем? Чтобы нас заперли в этом подземном кошмаре? Ты знаешь, что нужно сделать. Прошу. Ужас. Для него? Ты встроил выключатели в голову. Ты нашла запись, Элой? Да. Отправлю тебе позже. Ага. Кошмарище. Папка всех убила. Скажи, что визор сообщит об устройстве. Медицинское кресло. Внес небольшие корректировки в курс генной терапии и добавил новую смесь, чтобы снять симптомы, вызванные мутацией. Надеюсь, этот курс лечения стабилизирует состояние. А иначе Бог знает, что Тед сделает с нами. Ранние результаты так обнадеживали. Никакого стресса, никакой деградации клеток. А сейчас... Вот повернуться в лабораторию в Бангкоке. А, как зенитовцы. И к старым коллегам. Коллекции спиртного. Хватит. Нужно верить в успех. Ради Кани. Ты что-то видела? Я знаю. Говори, как Фара использовал это устройство? Кажется, он проходил лечение, чтобы жить дольше. И намного. Правда? Может, он еще жив? Не глупи. Если бы он был жив, он не отдал бы свою сущность, и она не перешла бы ко мне. Помни, он был возродителем. Конечно же, он сокрушил все препятствия на пути к тайнам жизни и смерти. Но не для себя. Все, что он делал, было ради нового начала. Ради нас. Ради Квен. И ради наследника. Меня.
Знаешь, пожалуй, ты все-таки прав. Ты очень сильно напоминаешь Теда Фаррелла. Я знал, что ты поймешь. Идем дальше. Нас ждут тайны. Вот так вот. Идем куда-то дальше. Какой маленький кабинет. Для кого-то незначительного. Так, ну где тут этот секретный пароль-то, а? О, еще информация. Автоматическая геотермальная электростанция прямо под Сан-Франциско. Это чудо. Даже я могу ей управлять. А я всегда был скорее провидцем, а не инженером. Поэтому я и решил заранее ввести совершенно уникальную функцию. На случай, если кто-то вдруг попытается стянуть мой, так сказать, кусок хлеба. Статус реактора. Активная зона. Ну да, он боялся, что все заберут у него. Взгляните на оборудование. Мы приближаемся к сердцу этого места. Я чувствую. Чувствует он. А я его ни хрена не чувствую. Но солдатики у тебя рьяно бегают, я хочу сказать за то. Дверь очень высокая, прочность кинетически не нарушена. Ладно. И что нужно тут сделать? Ломайте дверь. А. Я поищу другой путь внутрь. Хорошая мысль. Раньше удавалось. Прекрасно. Приступай. Я нашел. Ага, это какая-то вентиляция. Неплохая мысль. Да, это вентиляция, чудила. Скорей! Взломайте ее! Интересно, ей удалось попасть внутрь. Да, мне удалось попасть внутрь. А тебе еще пока нет. Ты еще пока там. Тусишь, а я уже здесь. Тут консоль. Может, с нее можно прочитать файлы Теда? Сейчас прочитаем. Лежащими рядом на полу его кабинета. Наверное, отравились. Я бы никогда не стал их усыплять. Боже, она же была совсем юной. Я дал им жизнь. И вот как они мне отплатили. Бросили одного. Впрочем, я был одинок с самого начала. Один нес это бремя. Ради прошлого и будущего. Старина, Тед... Кто бы ни умер, он жалеет только себя самого. Будущего Лис. И я детей. Они придут. И я встречу их. Сам-то сказал, что я больше не старею. И даже если что, клетки очень быстро восстановятся. Охренеть. Нужно лишь время, пока прекратятся мутации.
Зонта сказал, в реакторе есть все, что нужно. Мои силы вернутся. Я буду вечно молодым. И встречу детишек. Блин. Это... Этот, как его зовут? Я им понадоблюсь. Мой совет. Руководство. И мое одиночество кончится. Блин, как его... Немезида, Немезис, Немезис там. Тайны Фара хранятся здесь? А, не те, которые ты ищешь. Но они должны быть здесь. Поверь, не входи туда. Ты спятила? Я столько преодолел, чтобы оказаться здесь. Хм. Дебил. Иди, иди. А нам сейчас сражаться с ним придется. С мистером Немезисом. Тедом Фаро. Наконец, наследие Фара мое. Сжечь здесь все. Стой, нет. Здесь все взорвется, если... И убить их. Они свидетели. Клетки кончились. У нас нет выбора. Ах ты тварь! А я в тебя верил. Я думал, ты нормальный мужик. Победи, моя уже мертва. Че, зачем ты меня обняла-то? Я еще Фара хочу посмотреть, Тедушку. Я их перестреляю! Сейчас я его добью. Давай, выбирай, выбирай. Где этот там стрелок, там, мать его, за ногу? А, вон он. Ай, здорово. Увидел меня. Бал. Я до тебя доберусь. На, нахер тебе. Сорвали. Есть. Реактор взорвется, если Фару погибнет. Надо бежать.
Это мое. Да нахера оно мне нужно? А фару-то закрыли, блин. А я ж хотел посмотреть на него, на красавчика, на этого. Да директор, блин, урод. Давай скорее, ладно? Лава-то течет, но она как-то плохо течет. Мы с этим директором разберемся. Я ему устрою пускину мать. На тебе нахер, опасность. Я тоже стреляю. Куда идти-то? Ой, по мне по ноге лава протекла, но я живая. О, вот сюда. Сейчас я подожди, поем что-нибудь. А у меня есть нечего. Пошли отсюда. Задыхаемся мы. А, нет, слушай. Нет, слушай, у меня все-таки этот огонь подбил меня. Нельзя по лаве ходить все-таки. Так. Нам вот сюда. Прямо попал, а? А шикарно вышло. Прям в шейку ему он. И все. Мамочки мои. Все падает. Идем мы с пириточком, большой-большой секрет. Ух ты! А вот и... Быстрее, директор! Вперед! С дороги! Еще живой. Только башка фару тебе придавит. Да. Так и надо, мудак. Пошли. Ну блин, ну может сюда, куда надо было. Прибежали. Что здесь? Да тут. А, вон, вижу. Пошли, подруга. Или мы отсюда пришли? Солдаты, наверху! Атакуйте ее! Ты
я пожалею. Хана сейчас будет, смотри. Ага, он это стал бежать. О, я его завалил. Буханем. Нашли то, что поможет не только вам, но и всем остальным. А где директор? А. Он погиб. Скажите всем, что он пожертвовал жизнью, чтобы открыть тайны ФИФ. Понятно. Ты меня, видимо, за болвана держишь. Что? Нет, нет. Директор был наделенным властью эгоистом, исказившим нашу веру ради своей выгоды. Думаешь, я поверю, что он пожертвовал собой ради истории? Говори мне правду и ничего не скрывай. А иначе я просто прикажу солдатам... открыть огонь. Ну, это вменяемый парень. Погоди. Ты прав. Правда в том, что директор во всем виноват. Он уничтожил Фивы, а потом умер смертью труса. Но мы правда нашли там кое-что, что поможет вашей родине. Если я это заберу и использую. Если мне придется, я вступлю в бой с вами. Но можно и по-другому. Просто отпусти меня и прими почести, когда все пойдет на поправку. Успех понравится всем больше, чем провал. Кажется, наши с тобой судьбы переплелись. Причал открыт для тебя. Если нужно, приходи и уходи, когда хочешь, но... возьмешь с собой Альбу, чтобы я был в курсе дел. Не против? Хорошо. Фивы, очевидно, потеряли всю свою ценность. Мы вернемся к кораблям. Альва, я жду подробных отчетов. Ясно? Я думала, он сейчас убьет нас. А вместо этого я пойду с тобой. Я рада. Но сама ты до нашего лагеря не доберешься. Варл, у нас новая гостья. Встреть ее у переправы Квен и проводи в лагерь. Ладно. Жду не дождусь. Тебе там понравится. Варл даст тебе визор получше и все данные, которые захочешь. Иди к переправе. Позже встретимся на востоке. Искатель следует за истиной до конца. До скорой встречи. Судьба Фара, гробница Фара. Допуск Омега у меня, и у нас есть все для захвата Гефеста. Но перед возвращением на материк стоит навестить причал. Директора больше нет. Может, Квен что-нибудь расскажет? И еще есть тот длинношей. Нужно сменить эту одежду. К
Как только директор заставил меня ее надеть. Злится вообще, слушайте, ребятки, она. Ребятки, ну все, всем спасибо за ваши лайки, комментарии, подписки. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Да, здесь есть что поделать на этом острове. Здесь есть, во-первых, смотрите, ящик черный, есть реликвии, есть, как он дрон наблюдательный, да, еще и есть, вон, действительно, получается, длинношей. Ну, сперва я сбегаю вот сюда, куплю одежку, ну, а потом продолжим. Покеда!